Автомат Никонова – один из самых интересных и необычных образцов современного российского стрелкового оружия. Уникальная схема со смещенным импульсом отдачи позволяет этому автомату делать очередь из двух выстрелов так быстро, что глаз не успевает это заметить. Со стороны кажется, что выстрел был всего один. Поэтому некоторые думают, что обе пули при такой очереди попадают буквально в одну дырку, даже на дистанции 100 метров. Якобы это было придумано, чтобы лучше пробивать бронежилет. Давайте проверим, как дела обстоят на самом деле. Три мишени закреплены на дистанции 50 метров, три мишени на дистанции 100 метров. В каждую из них мы сделаем такую чудесную двойку и посмотрим, какой получится результат. Ну что, пойдемте посмотрим, что у нас получилось. Пятьдесят метров. Первая двойка, вторая двойка и третья двойка. Это, видимо, первый выстрел и сбоку второй. То есть на 50 метрах, естественно, две пули не попадают в одну дырку. Но и смысл не в этом. Двойка нужна для увеличения вероятности поражения мишени, а не для того, чтобы два раза попасть в одно место. Теперь давайте проверим результаты на 100 метрах. Итак, двойка на 100 метрах. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Как мы видим, расстояние между двумя попаданиями достаточно большое. Ни о каких двух пулях в одну дырку речь даже не идет. И пробитие бронежилетов здесь ни при чем. Смысл такой стрельбы двойкой – увеличение вероятности попадания в мишень. А попадать две пули в одну дырку может только снайперская винтовка. В следующих видео мы подробнее поговорим о конструкции и испытаниях этого автомата. Пусть он и не стал заменой автомата Калашникова, но, без сомнения, это очень и очень интересный образец.